Использовать технологию блокчейн планирует Starbucks Corporation, крупнейшая американская компания по продаже кофе и сеть кофеин. Как сказал председатель правления компании Говард Шульц, Starbucks была одной из первых в освоении перспективных технологий, включая мобильные платежи. Сейчас она сохраняет тенденцию, пытаясь рискнуть и войти в пространство криптокоинов и блокчейн. Шульц уверен, легальность криптовалют может быть обеспечена также благодаря некоему бренду и физическому окружению, где пользователь имеет доверие и уверенность в компании, обеспечивающей транзакцию.